Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 114 на странице 53 рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные слова так, чтобы получились рифмованные строки. С двойной согласной непременно. Пишем мы слова «антенна», «килограмм» и «грамм» и «тонна», «пассажир», «шоссе» и слово для справок берем слово «колонна» в рифму. Ссора, теннис и программа, группа, касса, телеграмма, русский, класс, суббота, ванна, Рима, Эмма, Инна, Анна. Подчеркните удвоенные согласные. Итак, давайте сначала вставим пропущенные слова. С двойной согласной непременно пишем мы слова антенна, килограмм, грамм и тонна, пассажир, шоссе, колонна. Ко. Лон, удвоена буква Н. На. Ссора, теннис и программа, группа, касса, телеграмма. Телеграмма, две буквы М. Русский, класс, суббота, ванна, Рима, Эмма, Инна, Анна, удвоена буква Н. Теперь подчеркнем удвоенные согласные. Антенна, удвоенная Н, килограмм, М, грамм, М, тонна, Н, пассажир, С, шоссе, С, колонна, Н, ссора, С, теннис, Н, программа, М, группа П, касса С, телеграмма М, русский С, класс С, суббота Б, ванна Н, Римма М, Эмма М, Инна Н, Анна Н. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.